Смотри. Ножки даже чуть-чуть ближе. Не следила. Вот. Ты становишься вон и обнимаешь ее за ягодицы. Она не туда, чтобы ты нанесся. Ты тянешь на себя свои ягодицы назад. Если она захочет даже вперед поползти, она никуда. Ты ее тянешь за ягодицы. Вот. Да, чтобы она не зевала. Давай. Олечка, хорошую диапозу поставили. Давай. Да, крепкий мужчина. Вы уже все сделали? Мы же не делали, мы делали потихоньку, да? Ты же помнишь, у меня было на занятии? Да, учитель. Все, хватит. Конечно. Хорошо, теперь те, кто был первыми. Давай, еще два раза каждый прошел. А я тут нормально? Как хочешь? Ой, а давайте чуть назад, потому что прям лицо к лицу как-то. На меня падает. Поехали еще, чтобы... А, еще? Чтобы я не зря. Растягивание хорошее, растягивание. Кошечка. Кошечка вообще великолепна. Я думаю, если который сейчас... Тихо, не смейтесь. Танюшка, а если что, пусть себе сделают. Давай, я помогу. Да, меня не надо. Да, хочу. Меня не надо. Что делать? Вот, смотри, обнять. Хорошо, мягко закончила. А ты тянешь, а ты на лопаточке. Да, только мягко. Сейчас, я тебя сзади. Подождите. Давай. Вы два раза сделали, Ирочка. Ир, по два раза сделали? Нет, одна может, два раза. Да. Поехали. Потому что первый раз ваше тело только думает, что с ним происходит. А второй раз оно уже растягивается достаточно хорошо. Ой, поставим за это. О, второй раз башка закрылась. Нормально? Давайте. Где бы ты ему сбежала? Вот эти у меня граница. У меня руки слабые, у меня тут прогоняют. Нежно. Сделаем ему под ногами. Поменялись, ага, отлично. Давай. Надя, ноги прямые. Надя, ноги прямые. Я держу вроде. Да, что ж ты их задумала? Ближе руки сюда. И к ногам вперед. Да, пропал. Ноги прямые. Дальше на дорогу. Если человек пухнет. Ничего страшного. Все? Повезло тебе. А ну что ж, это жизненный процесс. Хорошо. И подвигали телом, почувствовали, как вам сейчас. Другие упражнения, другие упражнения. Конечно, конечно. Жарко, почувствовали. Жарко, конечно. Хорошо почувствовали. Ну, знаешь, кто говорит, ты говоришь не зря. Ну, так было классно, что я попала, потому что... Не, ну я же знаю норму свою. Да, не вопрос. Они пока там доделают, у них свои процессы, так, все, не обращаем внимания. Итак, становимся. Немножечко у нас ножки, как говорится, чуть-чуть, буквально. Так, уже поменяется, ничего страшного. Да. Потому что сейчас у нас будут такие вот немножечко упражнения, как говорится, ну, не на большую территорию. Итак, ножки ставим таким образом, чтобы сюда, ну, где-то одна стопа проходила. Ну, вот, немножко. Очень-очень мягенько начинаем присаживаться. Очень-очень мягенько на носочки и наклонились немножечко вперед, потянулись на носочках, да. А теперь перекатываемся на полную стопу, раз, тренировочка. Ахиллесово сухожилие, Ирочка, держись, да, потому что хвостики иногда тяжелые. Перекатились на носочки, на полную стопу. Ничего, да. На носочки. Ручки положили вперед, чтобы ручки были у вас в упоре. И теперь чуть-чуть нас
носочки выше, и чуть-чуть ниже, как бы носочки выше и ниже. Я думала, что ж так это, да? Как-то... Чуть-чуть носочки выше и ниже. И у кого будет получаться хорошо, перекатываемся. Знаете, вы перекатиться на одну сначала, потом на вторую. У кого получается, сразу перекатываемся на две. Раз. Если не получается, хотя бы одну ножку подняли чуть-чуть, чтобы ножка поработала. Да. Отлично. Да-да-да, потому что там пальчики начинают работать. Хорошо, очень мягко заканчиваем. Ручки поставили в упоре. И с круглой спинкой поднимаемся, ручки не отрываем. И ножки у нас как будто вот присогнуты такие в коленках. И мы берем ручки, отрываем и захватываем сзади за коленки. Животик у нас на бедре лежит. Голову опустили. И попробовали, знаете, как отдохнуть, растянуть позвоночник. Да. Хорошо. Снимаем замочек из круглой спинки, очень-очень мягенько поднимаемся. Хорошо, мягко поднимаемся. И хороший поворот плечами назад. Раз. Хороший поворот плечами. Два. Вперед. Поворот плечами. Раз. Вперед плечами назад. Два. Ручки через стороны потянули вверх. Взяли замочек, потянули замочек вверх, попеременно повытягивали одну вторую ручку, через сторону опустили вниз. Хорошо. И теперь через сторону ручки вверх, вдох. И через сторону ручки вверх. Вниз, вверх. Ручки через стороны ладошками вверх, вдох. Беремся на мосты и на мосты опускаем, выдох. Спасибо, на этом все. Молодцы все. Спасибо.